Господи, что происходит? Всем привет! Сегодня ваш любимый ведущий Герман Клобоза и ваше волшебное шоу Герасим Шоу. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Майнкрафт Данж вышла она сегодня, 26 мая. Вот захотелось мне оценить эту игрушечку. Вот она похожа на Diablo 3. Очень знаменитая игра Diablo 3. Зашел и нам предлагают сразу выбрать себе скинчик на нашего персонажа. Очень много скинов доступно, очень много. Вот, но я думал взять нашего Стива, классический скин в Майнкрафте. Готово. Я, конечно, чуть-чуть поиграл, чтобы осознать, что это такое. Давайте выбрать. Тут можно играть по сети, с друзьями, можно по локалочке. Можно играть на одном компьютере или на одном инбоксе несколько человек. Очень прикольно, можно посидеть, погамать. Ну, как в Diablo 3 тоже можно было поиграть на Xbox с несколькими персонажами, с несколькими игроками. Вот и как и на локалке, и как по сетевой. Вот, первое мое впечатление, ну, классно. Знаете, что мне очень понравилось? То, что, типа, можно играть одной мышкой. Вот, а клавиатура вообще, ну, не очень важна. В этой игре. Сейчас я волосы поправлю. Ой, очень проблема с парикмахером сейчас на данный момент. С этими коронавирусом. Вот, ну ты мне расскажи, как дела. Напиши комментарии, как у тебя вообще делишки вообще. Что вообще представляет себя игра? Вообще, как я понял, это линейный сюжет. Тут все такое линейное, тут не надо ничего такого, это просто в Diablo 3, если брать сюжет, то он есть, но он не линейный, там есть доп миссии. Деревня в огне. Несомненно, это дело рук злобного архизлодеяния и его предшественников. Ненастный или так не пропустил, пробощивает всех на своем пути. Настало время проявить себя героем. Распишите, селяне нуждаются в вашей помощи. Прикольно. Так. Угу. Все сделано в стиле Майнкрафта. Как вы знаете, наша любимая квадратичная... квадратичная это... Так. Ага. Так, ходить на мышку. Все очень просто. Ходить на мышку. Инвентарь. У нас есть инвентарь, где мы будем собирать все барахло. Поиск цели. Угу. Так. Как там, разбивать ничего нельзя. Домик тоже нельзя заходить. Окей, поехали. О, первый наш зомби. Так. Очень нравятся саундтреки тут, очень прикольные. Такие не были в Майнкрафте, были такие... зажужжания. А тут прям... Классно они сделали саундтреки. О! На-на-на-на-на-на-на. Видите, захватчик. О, стрелы. Застрели скелета. На правую мушку стрелять из лука. Да. Пока мне нравится. Так. Ага, дай мне алмазик. Вообще, очень нравится вообще механика игрушки, но она по логике простая. Движок взяли майнкрафтный. Оп, оп, оп. Чтобы получить игрушку, или можно через специальный Майнкрафт клиент, где у вас есть Майнкрафт куплены, или через Game Pass в Xbox у Microsoft. Так, хлебушек. Так, деревья. Вообще мне очень нравится, прям пока что. А, есть карта. Ух ты. Класс. Есть карта, и мы ходим. Так. Оба, всё. Ага. Кто это?
Переживи засаду. Да ты чё, засада это да, наше дело. Ага. Уи, новый уровень. Когда вы получаете новый уровень, то вы можете в каждый элемент вставлять свое там отравление облаком, острота. У каждого оружия своя, типа, замедленный выстрел, лазерный выстрел. У каждой брони своя прокачка. Только мне не очень понятно, почему в... О, это какая-то классная стрела. А почему добавить в снаряжение артефакт может быть в любое время? Ага, типа взял, нажал один и дальше пульнул ее. Нормально. Вот. Ну, как обычно во всех играх, когда мы играем, вот я не знаю, как открыть этот сундук. Но его потом как-то можно открыть, видимо. А во всех играх вначале все просто. Все просто, ты ходишь, убиваешь всех, все нормально. Но потом, когда ты проходишь дальше, начинает немножко гореть. Вот. Посмотрим, когда у меня загорится здесь мой пуканчик. Вот. Ага. Победа. Но не отчаивайся, они все еще живут. И ждут, когда герой найдет их. Вообще, мне еще нравится этот английский голос, который сзади прям очень прикольно. Путешествие в лагерь. А сейчас наше задание было дойти до лагеря. Сейчас потише сделаю себе наушник. А наша задача была дойти до нашего лагеря. Ага, так. И за каждое прохождение нашего уровня мы будем получать сундук. Где мы будем получать свой какой-то предмет. А это наш лагерь. Тут мы будем и крафтить, и получать предметы. Тут наш дом, где мы ходим. Там есть второй этаж. Ничего обычного. Вот, сделано, можно сказать, в стиле Майнкрафта. Вот, пошли дальше проходить уровень. О, погрузилось. А вот наша вся карта, пустынная, вулкан, это вообще замок какой-то. Вот тут еще есть остров Королевства, но он будет доступен потом. Игра пока сегодня вышла, надо же какой-то контент делать. Так, вот это, как я понял, уровень сложности. Типа сложность, которую это... Получается, тут есть открытые уровни, которые ты потом проходишь и усложняешь себе уровень сложности. Вот, ну и прокачиваешь свой левел. А сколько левелов, я не знаю, я не смотрел. Вот, но для начала, типа, знаете, по логике это просто игрушка, чтобы убить время, правда. Побегать, поубивать, типа вспомнить времена Майнкрафта. По указу архилодеянина, весь свободный народ обвинен врагами злодеянской империи, где в этих лесах проходит караван с пленными селянами, везущих их на работу в далекие земли. Найдите караван, остановите злодеяния, иначе ваших друзей ждет ужасная участь. Я их никогда не видел, ребят. Вот наш Стив. Так, окей, поехали. Так. Толпа зомби. Опа-ла. Опа. Пам, стрелой. Оп, стрелой. Нормально. Пока живем. Пам. Пам. Ходи ко мне, козлина. Так, у нас есть с вами хилка. Оп, поехала. Оп-оп. Ой, какая там куча. Оп. Оба, оба. Оба. Я пока не прокачиваю себе оружие по причине того, у меня есть одно очко, одно, это мощный пацан, одно очко левела, но мы его не вкачиваем по причине того, что там дальше дают копье. Я чуть дальше прошел, я получается прошел дальше, чем вот этот уровень. Нам дадут копье, очень классное копье. Оба, пошел. Оба. О, ускорение. Так, освобождаем мужика. Так.
Так, но в игре есть рандом по причине того, как я это понял, потому что не дают оружие. Когда я убивал одного персонажа до этого, у меня выпало... Нет, мне не выпало оружие, у меня выпала броня. Волчья броня мне выпала. О, овечка. Овечка нам дает ничего. Корова нам дает мясо. Как в простом Майнкрафте. Так. О, наш первый крипер. Давайте мы его убьем сверху. Мне очень не нравится. Не очень понятно, почему крипер умирает с одного удара. Ага. О, поехал. Стрелы у нас тоже не бесконечные. Оп. Давай. Тихо. Ну, кусочки. О, зомби в броне. Так, справились. Пошли дальше. О, толпа идет. Опа. Что толпа идет? Пам-пам-пам-пам-пам. Так. О, там у нас... Модно? О, я могу плавать. Класс. Так, ходили. Ага. Лук, впрочем, очень классная вещь. О! А динамит это типа как шашка. Можно кидать шашечку. Я вам сейчас покажу. Вот туда кинем. Табум! Оба! И все. Очень хорошая вещь, тоже гениально сделали. Но проблема в том, что если у тебя есть ТНТ на головой, то ты не можешь использовать стрелы. Только получается динамит. А кристаллики, вот эти, как они называются, изумруды, вот я вспомнил. Они используются для того, чтобы покупать предметы у кузнеца. Мы сейчас, когда пройдем эту миссию, мы себе откроем кузнеца, который сможет нам... крафтить оружие. Вот, но оружие тоже выдается рандомно. Очень обидно, что нельзя выбрать. Так, ничего нет у нас. Вообще, я думаю, надо бегать по всей локации, потому что есть какие-то винопасхалки, там такие вещи. Так, забраться нельзя. Забираться можно только если есть один блок. Получается 1-1-1-1. Ну, как обычно. Можно делать кувырки. А есть стамина у нас? А, есть стамина, я вижу. Но у нас стамина отдельно на этот кувырок. А... Нет, не дается шерсть. Мне казалось, я думал, шерсть дает. Так, у нас левел ап. А, динамит. Класс. А, смотрите, пауки появились. Давайте туда кинем динамит. Свинка! Бабась! Ага, мало здоровья. Ну, сейчас остановлюсь. Пауки, как обычно, нас скидают паутину, но помню, в Майнкрафте не было такого. В Майнкрафте было, что они паутину уже делали. То есть она была в пещерах. Давайте выполним задание, а то у меня сейчас это будет висеть всю жизнь. Так, тут нету. Так, оп. О, меч обычный. Ага. А, у меня есть броня. Во, я нашел броню. Класс. Так, удочка и меч. Меч такой же. Так, класс. Что-то я не заметил, когда я броню подобрал. Так. Вот, освободите селян. Так. О!
Топор взяли, класс. Меч. Угу. Так, одного освободили, еще. Стрелой. Вот там еще. Измуруда. Я почему-то хочу их алмазами называть, ну потому что у меня пока нет алмазов. А, изумруды, как и в Майнкрафте, они служат как покупка. Помните, если в Майнкрафте надо было собирать изумруды, то также изумруды можно было купить кое-что у селян, у этих. Но селяны что-то чокнулись, видимо. Вот, это вот эти, такие у нас селяне были. Это какие-то даже не зомби. Помните, были зомби? Все. Всех нашли, всех победили. Так, забираемся здесь. Вот, все, забрались. Так, вот у нас ворота, а вот сундучок. Ага, и хлебушек. Криперы нам не нужны в этой жизни. Пусть они к нам не подходят, а то они живут сюда. Бараш, прости. Ребят, вы сейчас спросите, куда я пропал. Я пропал, потому что я заигрался в Конан, в Варвара. Вот, очень классная выживалка. На, получай. Бам! Блин. Корову только убил, динамит. Теневая форма. Теневая форма, это типа, если вот мы в тени, можем вот это убить с одного удара. Так, окей. Так, а давайте бегаем туда и тут. Вот тут не побежал, может, какие-то сундуки. Я просто слышу, что тут зомби, как не знаю. Куча зомби. Сейчас бегать сюда. Что тут вообще есть? Пустота? Серьезно? Просто так сбегал. Вот тут еще орудие. Нет? Ага. А, еще дорога есть. Тоже пустота. Да, пустота. Чем я бегаю? По причине того, что может что-то валяться. Такая херня какая-нибудь. Такая важная. Штучка-дручка. Ну или баран. Мяско, яблоко, заебись. Так, ладно, тут ничего нету. Это на выходе. А как я понял, на компьютере играешь мышкой. Помню, я не помню, в Диабло тоже мышкой фигачишь. Помню, да. Что-то такое помню, да. Мышку там, помню, надо было. О, вулкан. О, это. Опа! А, он даже потом не умирает. Получать все вот. Бум! Вот так надо. О, тут их много. Так. Все. Мы прошли с вами второй уровень. Благодаря вам. Эти селяне вырвались из когтей врагов, когтей безумцев. Я не увидел. За микрофоном я не вижу. Вот, ну, впрочем, игрушечки мне очень нравятся. Прям четко. Монострим, забудьте. Простите, пожалуйста. Побеждено 91% мобов. Так, открываем. И у нас вкусная кость. Сжав в руках вкусную кость, вы услышите отдаленный вой. Прикольно. Так, и сейчас у нас появился вот такой кузнец, где вы можете потратить наши изумруды. Опа, и нам дали быстрый арбалет. Смотрите, тут очень важный рандом. Очень важный рандом, который очень не угадаешь. Так, это оружие, мощь. Ага, окей. Давайте поставим арбалет. А вот только я не могу понять, можно ли продавать потом предметы. Может быть, можно будет. Вот, и у нас открылось вот такие еще 4 уровня. Я вот думаю,
сходить в болото. Так, это кость. А можно как-то... Ну, это понятно. А можно, типа, их как-то... Типа... Ну, это, может быть, потом будет доступно. Урон в ближнем бою. Давайте возьмем топорик. Мне нравится топорик. А этот мы... Ускорение, мощь, бонусный выстрел. Блин, вот тут тоже огненный след. Перезарядка. Тут тоже непонятно, что лучше качать. Тут надо это все изучать. Игра только сегодня вышла. Мощь, бонусный выстрел, ускорение. Давайте топорик прокачаем. Паралич. Замедляет мобов после удара на 3 секунды. Ага. А ваши атаки снижают урон от атак всех ближайших врагов на 5 это. Давайте оставим пока. Может, что-то интереснее найдем. Новая миссия, посмотреть следующую. А, следующая здесь. Но нам мы не можем туда идти. Давайте тогда вот сюда. Пойдем в болото. А, вот, три уни пройдем. А, вот, вы там напишите, что вам Майнкрафт нравится, не нравится. Если вам понравилось, то поиграем еще. Или даже на стриме поиграем. Вот, я думаю, на Xbox лучше играть, потому что там сосочками управляешь. Ты как-то... О, доставочка. Свора злобных ведьм обитает в самом сердце этого мрачного болота. Они валят всего мозга для архизлодея и его растечарни. Архизлодеянина. Это какой-то злодей в этой сюжетной майнкрафтной игре. Станут не любым. Осторожно. На болоте водится много ужасных. А мне интересно, они добавили каких-то новых типа мобов? Типа, да, ведьм мы видели в Майнкрафте, как-то понятно все. Вот, а будут какие-то новые мобы. Так, окей. Пойдем сюда. О, нашел. Вот я нашел. Давайте лук попробую. Ого, арбалет просто бомбический. Пам-пам-пам-пам. Блин, вот это хорошая вещь. О, маленький зомби. Нет, маленький зомби. Не сегодня маленький зомби. Окей, идем туда. Как я понимаю, плавать не надо. Лунные кинжалы. Фига. Ну топорик тоже так смакит, нормально. Лунные кинжалы. О, они там просто какие-то не эпические. Па-па. Ууу, это я сейчас разбойник. Как я понимаю, класса тут нету. Ты сам решаешь, типа, какой ты класс. Типа, когда ты выбираешь оружие, то... Оу! Осторожно, бабка. Ты чё, бабка? Бабка безумец. Блин, бабке подходить близко не надо. Она прям опасная. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Класс. Мне нравится арбалет. Стреляешь и никого не подводишь ближе к себе. На метр. Так. Окей. Найдите вари... нам надо зелье найти. Окей. Ага, вижу мостик. Блин, с арбалетом удобно. Я, мне интересно, потом можно будет арбалет поменять на какое-то другое оружие, там, на щит или что-то такое. Так, я что-то не нахожу ни одного сундука. Это подозрительно. Очень подозрительно. Ага, идут, ага. О, я невидимка, я... Опа! Не-не-не-не, о, слизень! О, слизней тут будет много, я думаю. Опа! Блин, какое крутое оружие. Опа. А. Ага, только в ближнем бою можно его. Оп, новый зомби. Пам! О, динамит. Есть у нас... на, крипер, включай. Крипер не умер. Тяжко. Так, найдите котел, новая цель, опасное зелье. О! Так, я забыл, что это крипер. Крипер. Так. А, слизни. Ну, слизни, я думаю, надо в ближнем бою убивать, потому что это самый лучший вариант.
Так, где-то я слышу зомби. Вижу. Ага. Ну, что мне нравится, что то, что тут рандом. Очень классный рандом, но как Diablo рандом. Нельзя взять оружие, которое ты взял до этого. Так, окей. Нам надо найти опасное изделие. Вот, идут наши красавцы. Жени идут. А, все, нам на выход? А, нет, на выход. Опа, свинка! Нет, свинка! Есть, свинку догнал. Так, какой-то... О, это Слендер! Это Слендермен! Странник края? Что? Это Слендермен! Какой странник? Так, О, тут жестко стало. Не подводим к тебе. У нас есть арбалет. Где он? Опа! Убили. Нашел первого Слендермена. Во! Получили копье, ну копье так себе, но это легендарно, это уникально, это легендарка. Кора, огненная форма. Поджигает мобов на 3 секунды, причиняет постоянный урон. Класс, берем. Класс. И дальше у нас должно быть новые, типа мы прокачиваем. Так, давайте урон 5 секунд. Ну да, можно взять. Так, давайте броньку. Перезарядка, огненный след. При кувырке создается огненный след, нацелить мобом через секрона. Нормально, давайте возьмем, тоже хорошо. Все, давайте, достаточно пока. Прикольно, все становится лучше играть. Ну, игра становится сложнее и сложнее. Так, я ничего не вижу, как и вы, если вы видите. Тут очень темно. Блин, ну прикольно, что там выпали легендарные клинки. О, идет. Оп. Так. Куда идти? Так, я могу спрыгнуть? Ага, спрыгнуть я не могу. Тут мост есть. Пам! Так, тут можно... Нет, нельзя спрыгнуть. Нам все обходить. Вот это мне не нравится, когда вид сверху. Очень непонятно. Давайте тут подойдем. Уйдем этого зомби. Посмотрим, что тут есть. Что-то важное есть, типа что-то прям уникальное, типа какое-то уникальное оружие, там плюс-минус. Ну, по логике ничего. Бам! Такая бабка охренела от пука. Бум! Так. Окей, тут ничего нет, но, видимо, тоже рандом. Тут, видимо, когда усложняешь уровень сложности уровня, или мне тоже интересно, как это сюжет меняется, не меняется, ты проходишь то же самое, только с увеличенным левел мобов или как. Ну, это я, конечно, все изучу, тоже все покажу. Можем сегодня постримим, сегодня вечером, 21 мая, чего? Не судьба. Да. Вот наш. Арбалет читерская вещь. Просто очень читерская вещь. Так, а давайте кувырок сделаем. Оу, класс. Мне нравится. Опа. Классная вещь. Очень классная. Я себе уже разбойника сделал. Такой разбойник у меня. Попахивает на разбойника. А, он на мосту. Он на мосту. Сейчас разберемся. Очень темная локация. Прямо вообще. Как в Майнкрафте тоже ни хрена не видно. Ага. Так, что-то я хожу, убиваю всех. Тут ничего интересного. А, вот еще мост. О, какой-то мост. Давайте просмотрим, что тут. Ага, какая-то штука. Но она пока что-то закрыта. Ну, видимо, потом в дальнейшем тут будет меняться сюжет. Правда, потому что такая большая локация. И... Зачем? Такая большая локация. Видимо, будет меняться сюжет.
на болото, вот такая штука будет, видимо. Ну, интересно, если сюжет будет меняться, это будет прикольно. Так, опасное зелье. Кто это? Нет, подожди, не могу понять. Огненная форма. Странник. Опять Слендермен? Слендермен, why are you? А, вот это. Все? Так, не... Так, свинка! Свинку убили, это хорошо. И убиваем этого. Все, прикольно, мне нравится. Все, мы выходим. Я думаю, ТНТ тоже дамаг наносит на нас. Так, идем туда. Мы вышли именно из другого места, потому что место другое. Да, место другое. Или похоже. Не-не-не. Или мы... Да, оттуда вышли. А-а-а, там маленький зомби бежит! На-на-на-на-на-на-на-на. Ну, такая... Ну... Простенькая игрушка, чтобы поиграть вдвоем, побегать. Прикольно. Мне нравится. Мне нравится. Может, я невесте скажу. Типа, давай вместе поиграем. Запишем тоже. Будет прикольно поиграть так. Так. Мне интересно, можно же, я думаю, нельзя по локалке, по сетевой сразу, нельзя так. По-моему, так вообще... нельзя так играть. А еще я проверю, сохранение на Xbox. Я сейчас играю на компьютере, есть Game Pass. Ну, я подумал, что на компьютере будет лучше поиграть. Вот, а потом я проверю на Xbox, сохраняются ли мои персонажи на Xbox. По логике должны. Это же кросс-платформенная игра, видимо. Я думаю, да. Так, припасы. Пас. Так, бежим дальше. Так, я думаю... О, нет, только не ведьма. Только не ведьма. Так, а вообще можно четвером, как я понимаю. Я видел, что можно четвером играть. Только не знаю, можно по локалке четвером играть. Я тоже это все проверю, расскажу вам. Опа, так. Так, мы идем туда, не туда мы идем. Локации большие, очень огромные локации, как вы видите. Тут очень большие локации. И впрочем, я сейчас увидел, что сундуки помечаются на карте. И то, что типа, если пропустил... мне дали мантию вызова, прикольно. И а что мне дает плюс 20 здоровья, стрел на паучок. Ага, понял, прикольно. У каждого еще оружие есть свое, это не как обычно, своя характеристика. Ну тут прям MMORPG, блин. Нет, MMO. MMORPG это нет, MMORPG это когда стратежка, нет? Я считаю, забываю эти все. Название, стили. Вот ММО с РПГ путаю сюда. А что еще мне нравится, что можно стрелять снизу, сверху. Это тоже прикольно. Тоже все. Блин. Но если подумать, если игру создавали очень так. Ну, не геморройно, прям. Тут очень все продумано. Мне что это нравится, и прям мне это прям радует. Это правда, знаешь, игрушка, чтобы посидеть четвером, типа почилить, побегать, забить время. Прогрузилась следующая локация. Так, ты чё? А где это желтенький штук? А, досада, я понял, прогрузка, досада у меня. Да. О май гад! Что происходит? Разбейте котел. Окей, сейчас разобью, подожди. Ага. Это типа босс, класс. А, зомби еще какие-то необычные. Курица это была? Ё-моё! Ё-моё, что происходит? Так, надо следить за жизнью. Ой, тут очень много их.
А, у меня закончились. Блин, тяжело, тяжело пошло. Блин, надо убивать этих штук. Засранцев, они мне мешают. А-а-а! Она мне их спаунит. Нет, чуваки, нет, 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 нет. А, не могу достать его. Так, ладно, будем... Будем вот так. Ну, задолбал мне спаунить их. Не надо спаунить мне. Не, нет, они меня сейчас грохнут, если я так буду. А, не, 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 яблочко, 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 господи, он пошел в разнос. Господи, что происходит? Так, у меня есть хилка, блин, я так сдохну сейчас, если еще один раз мне попадут. А, хилку дай. А, хилка есть, ура. Хилка откатывается. Опа! А! Я ошибку сделал, ошибку века. Еее! О, убил, убили босса, нормально. Так, ну ладно, мы... Ага, так, и что? Меня убил тот моб, и чё? Ага. Все нормально. Все, у нас есть жизни, и нас на чекпоинт кидает. Нормально. Мы проверили и эту вещь. Еее, все, класс. Блин, но моб меня успел так это, немножко... поиметь в задницу. Well done. Так, и мы возвращаемся обратно в лагерь, я понимаю, да. И типа у нас сейчас по логике должен появиться котел или что-то такое. Сейчас посмотрим, что должно появиться вообще. Типа мы каждый уровень получаем какую-то типа фишечку, типа какую-то это. Вот я вижу уже типа значок оружия. Там будет винооружейник, знаете, стоять. Вот стоит какие-то два мужика. Вы на это мужики будут нам что-то давать. Ой, я икаю. Побежда мало 66, потерянных игроков 1, урон нанесено, открыто сундуков 0. Я вообще ни одного сундука не видел. Так, и нам дали жнец. Жнец всасывает души мертвых, прежде чем отпустить их в колдовскую гроздь силы. А куда это ставить? А, да это что, это сюда надо? А, это тратится, я понял. Так, что у нас? О, у нас появились еще круче кинжала. А, смотрите, каждый кинжал имеет свои чары. Типа, ты можешь в него прокачать одну из скилла. Прикольно. Прикольно сделали. А могу я это, типа, разобрать? Забрать. А, забрано. Чё? Ага, все, и мы получили еще один этот, и получили 81 эту штуку. А, ну тогда давайте разбирать тогда. Это тогда классно, что можно разбирать. Блин, ну это класс, все. Получаешь эти монетки, то все, ну класс. Прикольно, а я думал, типа, взял, вставил и все, и забыл про это. Все, тогда круто. Так, а что у нас, кто-нибудь появился новенький? Видимо, пока не появился у нас. Пока я... не появился у нас. Ну ладно, но у меня сейчас классный кинжал есть. Прикольно. Прикольно. Давайте подойдем, посмотрим, что мы... Ага, давай, удерживать. Лук поражает несколько целей. Так, а он лучше, чем мой? А, да, он лучше, чем мой. И мы также... А, ну я туда ничего не... но у него скорость больше. Да, в каком смысле? А ну, у него урон больше. Ну ладно, оставим так.
Ну ладно, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь, и колокольчик не забывайте. А игрушка мне очень понравилась, прям прикольно. Буду на ней, на Xbox на ней играть, вот. Класс, прям понравилось, надо еще сегодня попробовать это. Вместе поиграть с кем-то, там, посмотрим, с кем поиграть. Вот, ладно, всем пока и всем хорошего вечера.